Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Injustice, и это уже 15-й день марафона. С предыдущего ролика прошло несколько дней, и за это время я накопил 386 тысяч монет. Поэтому этот выпуск обещает быть, ну, одним из лучших, мне кажется. Мало того, что мы откроем необычный пакет, который я еще ни разу в марафоне не открывал, это пакет испытания за 200 тысяч, но также мы прокачаем чудо-женщину режим аж до 3-й элиты. Ну, честно говоря, для моего аккаунта и вообще, по сути, для марафона это достижение. Я бы хотел этого достижения достичь. Да, тавтология небольшая, но все же звучит правильно. И каким образом я накопил эти монеты? В предыдущем дне я показал вам способ, каким можно набрать эти монеты. По сути, вот этим вот способом я и их набирал. Включил сериальчик, в целом набивал за 20 минут где-то, даже не за 20, за 15 минут 20 тысяч. И в течение где-то часа у меня получалось 100 тысяч монет накопить. И таким вот образом я набрал именно 386 тысяч, потому что Чудо-женщина стоит 182 тысячи. А пакет за испытание 200 тысяч. В общем, давайте посмотрим, что получится. В самом начале я, конечно же, прокачаю Чудо-женщину. И я надеюсь, она станет гораздо круче Рейвен Возрождения. Ну, потому что Рейвен Возрождения все же второй элиты. А Чудо-женщина сейчас станет третьей. Вот Рейвен Возрождения, вторая элита, 50 уровень, кстати, да. Я персонажей благодаря той локации прокачал до 50 уровня. Что Рейвен Возрождения, что... А также Чудо-женщину режим, и, по-моему, в скором времени Джокер перейдет на 50 уровень, либо уже, если не перешел. Нет, он еще не перешел, там осталось, как вы видите, совсем немного набрать. И будет он тоже 50 уровня. И пытался кое-как Супермена Godfall прокачивать, но у меня это не очень получается, потому что Джокер все-таки меня выручает больше на той локации, нежели чем Супермен. И Суперменом я прохожу только бои, где зеленый фонарь. И все, по сути, все. Давайте прокачаем уже, а то я как-то заговорился. Люблю я разговаривать, я думаю, многие это заметили на роликах, делиться своими впечатлениями. Некоторым это нравится, некоторым нет, но все-таки... У меня Чудо-женщина 3-й элиты. 37 тысяч здоровья, 14 тысяч урон. Переходим на Рейвен Возрождение, смотрим. 32 тысячи здоровья, 17 тысяч урон. В общем, сейчас у Чудо-женщины больше здоровья, но меньше урон. А у Рейвен Возрождения больше урон, но меньше здоровья. Я думаю, это правильно. Так, нормально. Назад. Жмем назад. И что сейчас мы сделаем? Я, честно говоря, даже и не знаю. Можно в режиме выживший попробовать персонажей. И в конце открыть пакетик, чтобы все досмотрели до конца этот ролик. Хотя, знаю, перемотает кто-нибудь. 100% уже взяли перемотку, врубили. Но что поделать? Что поделать? Чудо-женщину ставим. Рейвен Возрождение. Так, стоп. Рейвен Возрождение, Чудо-женщина и Джокера. А можно Супермена, хотя давайте даже Супермена взять, возьмем Супермена. Ну, потому что Джокера можно и потом выбрать, притом они по силе и по здоровью одинаковые. Создать команду. Отлично. Выживший один, погнали. Как раз таки заработаем около 10 тысяч монет, возможно, получим какую-нибудь топовую экипировку, тогда этот выпуск будет 100% самый лучший, в марафоне имеется в виду, и, честно говоря, это будет неожиданно. Но мне кажется, маловероятно, что мне какой-нибудь выпадет четвертый мир, допустим, либо LexCorp, хотя бы одна экипировочка, я не говорю уже о всех трех частях, хотя бы одна. Так, Харли, исчезни с загрузки, и давайте уже начинать. Я хочу немножко посражаться. А Харли, видимо, этого не хочет, потому что не грузит игру почему-то. Так, я вот сейчас звук проверю. Да, звук на максимуме, все хорошо. Ну и давайте посмотрим. Как вы видите, против меня выступает Чудо-женщина. Это золотая Чудо-женщина. И также два бронзовых персонажа. Как мы сейчас поступим? Я наношу... Небольшой урон по Чудо-женщине. Также накапливаем ей как можно больше спецприем. Хотя, блин, она исчезла. Это не очень логично. Я хотел немного по-другому поступить. Плюс у Рейвен уже спецприем накоплен. Ну ладно, смотрите тогда, как мы сделаем. Смотрите, контратакуем. Наносим спецприем. Наносим спецприем. Контратакуем Чудо-женщины режим. Я думаю, ты это слышала. И после этого сразу же выпускаем Рейвен, сразу же, и спецприем один наносим, и первый бой мы прошли. Хотя я предполагал немного по-другому.
И думал, что вынесу я зеленого фонаря. Мне казалось, что он гораздо слабее будет. Но да ладно, пусть будет так. Главное то, что мы победили и продвигаемся дальше. Так, нажимаем далее. Я все вам режимы выжившие, имеется в виду битвы в режиме выжившие, показывать не буду. Это был первый бой, поэтому я вам его продемонстрировал. А сейчас давайте пройдем чуточку дальше. Ну, я перемотаю немного. Вы уже увидите концовку, потому что как бы играть в режиме выжившие все 7 боев, ну, неинтересно. В первую очередь будет вам. Мне это интересно, я-то сижу, играю, а смотреть на это, мне кажется, не очень. Что ж, дошел до 5-го боя, персонажи уже немножко покоцаны. Не знаю даже, что делать. Можно их подлечить, но, блин, лечение стоит 2500. Могу вылечить только лишь одного персонажа. И пока что тратить вообще хилку не хотелось бы. Все же, блин, возможно, каким-нибудь непонятным образом я дойду до 7-й битвы и без каких-либо трат. Ну, в предыдущий раз мне пришлось, конечно, потратить 2500 монет, но это было в предыдущий раз. В этот раз у меня прокачанная чудо-женщина, поэтому может быть все по-другому, и плюс персонажи уже достигли 50 уровня, кроме Джокера. Ну, Джокер когда-нибудь это тоже сделает, поэтому я думаю, проблем особых не будет. Сейчас все будет хорошо, накопим сейчас спецприем Флэшу, ну и после того, как Флэшу мы накопим спецприем, выпустим Рейвен. Рейвен подхилится и будет все отлично. Ну а пока будем наносить урон, пока есть возможность, и накапливать себе спецприем 2. Я думаю, это тоже не так уж и плохо, как кажется. Спецприем 2 у Чудо-женщины неплохой. Я посмотрел на него в предыдущих битвах режима выживший. И я вам скажу, наносить он стал гораздо больше урона, нежели чем раньше. И как вы видите, блин, бронзового персонажа выносим сразу же. И проблем никаких нету. Блин, хотела я здесь выпустить Рейвен, но что-то не рискнул. Как вы видите, здесь у нее здоровья-то осталось очень мало. У женщины-кошки имеем в виду. Так, давайте сейчас спецприем используем. Ну и здесь сработает, не сработает хил. Нет, хил почему-то не сработал. Ну окей, главное то, что 5-ю битву мы прошли тоже. А нет, вот в самый конец хил и сработал. Так, хорошо. И дальше швыряем щит, я думаю, этого будет достаточно. Да, этого урона было достаточно. 9320 урона при щите. Неплохо, даже очень неплохо. Но Супермена Гудфола я потерял. Поэтому сейчас выберем Супермена под шибок. Лучше буду называть так, потому что у меня с английским проблемы. Так, Супермен под шибок мы тебя убираем и меняем на Джокера. Да, я думаю, на Джокера сопротивление будет поменять самое то. Так, Джокер сопротивление, да. 6-я битва. Чудо-женщина и Рейвен, конечно, хотелось бы вас подхилить, но не буду. Но не буду. Потому что. Неважно почему. Главное сейчас это набрать как можно больше монет с режима выжившие. Раньше я как раз-таки на режиме выжившие фармил, когда у меня еще не было особо прокачанных персонажей, когда еще 10 тысяч для меня были ценным ресурсом, довольно ценным ресурсом. Сейчас как бы есть локация, на которой 20 тысяч за 15 минут можно вытащить. Я не вижу особых проблем. Так. О, вот этого Бэйна я приобрел бы. Классный перс. Может, выпадет из пакета испытаний. Он же в испытаниях участвовал, по-моему, да? Я могу ошибаться, но, по-моему, он был в испытаниях. Блин, это из-за смены. Такой лаг сразу произошел. С рыцаря Архама не очень хороший персонаж. Не очень хороший персонаж. Блин, перехват сразу. Тихо. Постреляешь там дома где-нибудь. Здесь стрелять не нужно. Тут Джокер еще. Ёшкин кот. Я не заметил даже. Не обратил внимания на Джокера, собственно. Не наноси урон, только не наноси. Блин, ну что ж такое, 4000. Животное. Ну, это понятное дело, это Бэйн. О чем вообще речь идет? Речь идет о Бэйне. Сейчас я перехвачу спецприем. Кстати, Джокер вот при спецприеме 1, он вообще клевый. Им можно хотя бы перехватить спецприемы. Раньше было. Было раньше, можно перехватить спецприемы. Сейчас не очень что-то получается у меня. Хватит травиться, травишь потом где-нибудь. Так, ладно. Вся надежда сейчас на то, что Джокер этот не отбирает кучу здоровья. Нет, он не отбирает его. Поэтому мне как-то даже легче стало. Победа.
Да, вроде как мы можем дойти до седьмой битвы и пройти еще седьмую битву к тому же. Но тут я нанес 111 тысяч урона, и то, что я потерял Джокера, это не очень хорошо. Ну, это совсем не хорошо. Но ладно, давайте один раз восстановим Чудо-женщину, да. Я потрачу на Чудо-женщину 2500 монет. Все равно мне перепадет 13 тысяч, поэтому как бы риск оправдан. И сменим тогда Джокера сопротивления на какого-нибудь другого персонажа. Не знаю только на какого. Кстати, можно поставить бронзу. Мне кажется, даже бронза нанесет больше урона. Все-таки она у меня 7 элиты. А можно поставить какого-нибудь персонажа по типу того же самого Бэйна падения рыцаря. Либо зеленый фонарь. Все решено. Зеленый фонарь может он каким-нибудь образом добить персонажа, если вдруг останется мало здоровья у него. Хорошо, так, билет мне, скорее всего, не выпадет, да, выпадает воитель. Но мне, наоборот, это лучше, потому что как раз-таки я сейчас потратил 2500 монет, и я их восстановлю. Так, хватит уже это злиться, Бэтмен, все отлично вроде получается, выигрываем пока, все хорошо. Давай, загружайся, и мы сейчас порвемся. Блин, спецприём один недоступен. Ай-яй-яй, как плохо. Как плохо в самом начале спецприёма иметь. Блин, но я этого не ожидал. Я не думал, что спецприём мне будет доступен 2. Ах-ах-ах, я уже совсем забыл все. Я уже совсем все забыл. Ну ладно, что поделать. Придется бить с такими спецударами. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Давай-ка вызовем зеленого фонаря. Рискнем, вдруг риск будет оправдан. Так, отлично. Не особо он оправдан, если честно. Так, тихо. Перехватываем. Я могу добить сразу же этого персонажа, но вы же сами понимаете, что это не поможет, мне кажется. Истерический смех начался. Так, я добью этого персонажа. Спецприём, я уверен, сработает. Надо сразу наготове держать руку. Отлично. Отлично. Только еще раз не делай так же. Я контратаковать себя хочу. Отличненько. Еще один удар. Стоп. Почему ты сменился? Вроде ж не должен был. Либо должен. Ой-ой-ой. У него спецприём. Да, один удар. И сейчас добивает. А нет. Стоп. Стоп. Мне казалось, что он добивает сейчас мне перса. Но, как вы видите, не тут-то было. Не тут-то было. Нет. Нет, я не потеряю время. Уйди вон отсюда. Ах, блин, выскочила. Я думал, у тебя спецприема нету. Но все же она меня победила. Да. Это седьмая битва была. Это была седьмая битва, и она как-то не очень получилась. Хотя, может, и были шансы, если бы я сразу накапливать начал на спецприемы. Выйти с наградой я не буду, в общем, рисковать. Там еще два довольно серьезных персов осталось. Отличная экипировка. Криобластер, как всегда мне везет. Да что ж такое, я же вроде правильно нажал средняя модификация. Ах, блин, ну что ж такое. Ладно, заходим в магазин, открываем пакет, смотрим, что мне выпадет отсюда. 200 тысяч. Содержит одного золотого персонажа из предыдущих испытаний. Повышенная вероятность получить Дарсайда с апокалипсиса. А, блин, апокалипса. Апокалипса, извиняюсь, привычка апокалипсис называть его. Так, главное то, чтобы мне Дарксайд с апокалипса не выпал. Лучше пускай Супермен Injustice 2 выпадет. Вроде он был в испытаниях, поэтому подтвердить жмем. И тут у нас выпадает Соломон Гранди. Ну, как бы, да, Земля 2, все отлично. Но Соломон Гранди, серьезно. Я тут это, 3 дня сижу, набиваю эти монеты, 200 тысяч этих, и мне Соломон Гранди выпадает. Ну окей, хорошо. Я должен с этим смириться в любом случае. Кстати, сейчас доступны пакеты по 10 баксов. Я их покупать сразу говорю не буду, нет. Мне не нужен Superman Injustice 2 и не нужен Aquaman Injustice 2. Но я хотел сказать, что есть вероятность того, что следующим именно они, мне так кажется, будут в испытаниях после Супермена из падшего
падшего мира. В общем, как-то так. Из падшего бога. Из падшего бога. Скорее так. Легче ответить. Ну, в общем, времени осталось один день. Ночной кошмар. Я его не проходил даже. Мне как-то было лень это делать. Плюс не было особо времени. Сейчас время у меня есть, потому что все, сессия завершена, кстати. Забыл об этом упомянуть. И поэтому как-то так, да. У меня появился сегодня новенький персонаж, плюс мы одного прокачали. Я думаю, ролик получился отличнейшим. Жаль, что в режиме выживший не выпала экипировка 4-го мира, Лекскорпа там, или какая сейчас разыгрывается, я даже не знаю. Но сама суть того, что... Соломон Гранди Земля 2. Хоть это и персонаж не тот, которого я ожидал, но все же это сильный персонаж. А это главное. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.